В течение 800 лет знание и терпимость мавров оказывали влияние на жизнь Испании и на культуру Западной и Центральной Европы. Именно мусульмане познакомили европейцев с идеями и философскими воззрениями греков и римлян, равно как и со своими достижениями в области математики, астрономии и медицины. В 1492 году мавританскому владычеству пришел конец. Пришел конец и терпимости арабов. Реконкиста добилась своей цели. Андалусия была отвоевана для христиан. Испания стала испанской, от Гибралтара до Пиренеев. января 1492 года где-то здесь, в горах Сьерра-Невада, последний мавританский хозяин Аль-Гамбры по имени Боабдил стоял и в последний раз смотрел на Гранаду. Накануне испанские монархи Изабелла Кастильская и Фердинанд Арагонский изгнали его в горную местность на юге Андалусии. При мысли о том, что красочную роскошь Красного замка, Аль-Гамбры, вскоре придется сменить на пески Северной Африки, на глаза мавра наворачивались слезы. Судя, он вынужден был передать ключ от Аль-Гамбры христианам. Словно в прощальном жесте вытянута вперед высеченная в камне рука над воротами, на протяжении 250 с лишним лет даровавшая правителям династии Насридов убежище в Аль-Гамбре. С тех пор в нише над воротами стоит святая Дева Мария среди удивительных разноцветных изразцов – азулехос. Единственная дозволенная форма художественного воспроизведения Корана. Среди арабесок встречаются стихи и послания. Мастера черпали вдохновение у царства растений и создавали из гипса панорамные картины с арабскими письменами. Thank you.
великое мастерство мавров – вписать воду в ландшафт так органично, чтобы она идеально дополняла кирпичную кладку стен и мрамор. Проектировщики фонтанов изобрели такие конструкции, благодаря которым у самой поверхности вода не бурлила. Гладь пруда должна была оставаться идеально ровной. Для этого в круглом колодце замедлялась скорость воды. В узком канале поступающий поток уменьшался. Таким образом, вода поступала в бассейн очень медленно, а оттого спокойно. В миртовом дворике султан принимал высокопоставленных гостей. В центре располагался бассейн с водой, в котором отражаются изящные, хрупкого вида колонны. Миртовый дворик является собой совершенное олицетворение всей архитектуры насридов, суть которой в тесной связи с природой. Своим названием, расположенному в его центре, фонтану львов. Вода изливается по четырем крестообразно расходящимся узким каналам, которые протянулись к колоннадам, а оттуда текут в основные покои. В фонтане львов начертаны следующие строки. «С неба ли пришла эта вода, из подземных ли глубин, или струится из богатых источников милости халифа? В пыли перед всемогущим, в благоговейной боязни перед ним, дикие устрашающие львы лежат укрощенные». Thank you.
Thank you.